Здравствуйте, дорогие коллеги. Я рада видеть вас сегодня здесь. Ну что, прошло две недели с момента начала учебного года. Как вы там? Как переживаете весь этот прекрасный период? Особенно те, кто в школе. Потому что я точно знаю, что школам сейчас не очень сладко. Как вы там держитесь-то со всем этим? Здравствуйте, здравствуйте все. Сегодня я отвечаю на вопросы в основном. Ну и если останется время, еще поговорю о чем хотела. Всем привет-привет! Рада вас видеть. Ну что, сегодня дождусь еще ваших ответов. Вот, и мы с вами продолжим. А! Пока, пока я жду ваших ответов, я сразу скажу, меня очень, очень много сейчас спрашивают в личку и в группе в комментариях. Я сразу скажу, да, и повторю потом в конце на всякий случай. Значит, про курс ОГ. Курс ОГ будет в октябре. Вы это все от меня уже слышали. Начнется сам курс в середине октября. Это будет полный курс, как обычно, традиционно, как я провожу раз в год. То есть, но уже со всеми изменениями. Потому что курс, как только вышел демоверсия с изменениями, доступ к предыдущему курсу, я имею в виду продажу в записи, я сразу закрыла, чтобы никого не дезинформировать. А новый курс у нас стартует в октябре. Анонс уже будет скоро если звезды сойдутся, в понедельник уже можно будет оплачивать. Я надеюсь, что звезды сойдутся. Так что ждите, ждите, уже очень-очень скоро. Ну, я сейчас это все готовлю, делаю и так далее. Поэтому курс по УГ начнется в самой в самом середине самой середине октября. То есть где-то числа 15, 16, 17. Я точное расписание еще не помню, потому что оно в процессе. Так что все будет, обязательно будет, не переживайте, уже можете готовиться потихонечку. Все подробности будут в анонсе, потому что пока еще ничего сказать не могу. У меня все в процессе, но уже скоро-скоро, вот я последнее тут буду доделывать все, создавать группу и так далее, и уже можно будет приходить. Здравствуйте, здравствуйте. Так, никто не пишет про школу, у нас все собрались репетиторы. Но ничего страшного. По цене, ну, вариант с проверкой, если я сейчас, я боюсь напутать с ценами, но, в общем, вариант с проверкой будет не дороже, чем 5500, однозначно, по ранней цене, а вариант без проверки точно не дороже 4. Вот это я помню. Ну и, соответственно, там дальше уже, когда будет подходить к началу курса, там уже будет поздняя цена гораздо выше. Так что вот примерно так. То есть если вас интересует проверка, ну то есть чтобы я проверила одно письмо и один вариант по говорению, тогда окей, вам нужен вариант, без, вам нужен вариант с проверкой. А если нет, если вам нужны конкретные там, требования, стратегии, принципы подготовки, тогда можно вариант без проверки. Вот, вы из школы, как держитесь? Что там происходит у вас э, со всем этим? Уроки в маске, без маски, перемены, как оно вообще... О, в школе все спокойно, работаем. Отлично. Я рада, что все спокойно, потому что я читаю нек некие ужасы из разных пабликов, из э, вообще много-много где, и понимаю, что не везде все спокойно. Но если у вас спокойно, это прекрасно, это замечательно. Ну что же, мы сегодня, да, я уже, как сказала, отвечаю на вопросы, которые поступили в комментариях под анонсом. И сейчас будем есть. Нет, рассрочки нет, в принципе, ни на что. То есть у меня оплата сразу целиком. Ну, как в интернет-магазине обычно. То есть вы оплачиваете сразу за товар и все. Жить и работать можно. Это радует. То, что можно, это всегда радует. Ну что, давайте я вам покажу первый вопрос, и мы пойдем по ним. В школе ужасно хочется бежать. Догадываюсь, я вот сбежала когда-то давно. Итак, сейчас буду рассказывать про учебник on screen, что нравится, что не очень. В а, маске на перемене, на уроке без маски. Ага. Ну, тоже неплохо, если все уроки бы были в маске, это вообще с ума сойти бы можно было. Ну что, буду рассказывать про впечатления от учебника on screen, что нравится, а что не очень, но сразу хочу предупредить, что с on screen я знакома только с одним уровнем, это C1, и только как студент, не как преподаватель. Поэтому я буду рассказывать с позиции студента, ибо у меня teacher's book нет, только student's book э, и workbook. Вот, я как прилежный студент занимаюсь по ним. Ну что, э, что я могу сказать? Он скрин, учебник довольно хороший. Мне как ученику очень даже нравится. Что мне нравится? Он насыщенный. То есть если вообще э, брать учебник, ну, наверное, с учениками на год, то года вам не хватит, если проходить его вот так вот полностью, знаете, так с душой, я бы сказала. Потому что э, он очень насыщенный в плане лексики особенно. То есть там и грамматики, конечно, много, но и лексики. Его, э, скажем так, организация мне почему-то, простите, за сравнение, особенно э, если кто реально знаком с э, обоими учебниками, напоминает почему-то Spotlight. Я не знаю, почему, простите. Э, чем напоминает? Ну, тем, что тут, если грамматика, вот такой грамматический блок, вот я вам даже сейчас открою, вот тут грамматика, сразу все. Ну вот просто сразу несколько тем. И ты такой, э -э -э, нет, не надо, пожалуйста. Понятно, что на этом уровне это, ну как бы нормально, да, то есть это просто идет углубление какое-то, отдельные нюансы. Но все-таки мне очень не нравится, когда так. Ну просто жутко не нравится, когда грамматика идет вот таким вот отдельным просто блоком. Я это терпеть не могу, на самом деле. А вот как в Spotlight, там тоже сразу и вам Conditionals, и здесь фразовые глаголы, а вот здесь еще past perfect continuous passive, ну и еще до да, кучи давайте добьем комплекс subject. Это такой... Здрасте, как преподавать? Uh, я не преподавала по Spotlight, я только видела у своей ученицы, когда объясняла ей некоторые темы, но это, конечно, ужас-ужас. Вот в on screen мне не нравится, как вот здесь грамматика организована. И ну, единственное, что я могу сказать, здесь очень хорошо описаны правила. Кстати, описание правил, вот организация в конце, тоже почему-то напомнила Spotlight. Мне кажется, одно издательство у них нет. Если я сейчас не ошибаюсь, Если я сейчас ошибаюсь, поправьте меня. Express Publishing издательство у On Screen, а у Spotlight я не помню. Но вот прям очень напоминает Spotlight в конце организации. Ну, грамматика объясняется, ну, как бы сказать, довольно четко и понятно на английском языке естественно ну э, не могу сказать что прям ужасно ужасно то есть все довольно четко понятно хорошо то есть э, единственное что наверное не очень удобно туда-сюда вот так переключаться я бы предпочла чтобы здесь была и теория тоже ага вот да значит одно издательство э, просвещение э, ну понятно видимо экспресс Publishing плюс просвещение вот здесь просто экспресс Publishing написано ну так вот, мне очень не нравится, что вот здесь вот грамматика, где этот о, я уже потеряла свою грамматику, вот grammar and use, то, что здесь нет теории на страницах учебника именно, а мне надо сначала теорию вот там в конце учебника пройти, только и по, после этого вернуться и здесь какие-то упражнения делать. Вот не очень нравится. О, автор обоих Вирджиния Эванс. Да! И Дженни Дули еще. Отлично. Ну, понятно, где, что, как. Ну, в общем, Spotlight напомнила. Но если не считать вот этой самой грамматики, то все остальное, в общем и целом, мне очень даже нравится. Что нравится? Нравится, что очень-очень много слов. Очень много слов. И вы знаете, они... Вот это учебник уровня C1. Но когда я смотрю на э, лексику, я понимаю, что это уровень ну, либо выше, да, C1, либо, ну, вот там прям вот все C1, потому что некоторые выражения мне пришлось выискивать не то, что в словарях, а в корпусе где-то, а где-то они такие очень-очень редкие, то есть они не находятся даже в словарях идиом. Это очень интересно такое явление. И вот я помню, в первом же юните, там был, по-моему, в первом же юните, был listening где-то, и одно упражнение преподаватель спрашивает, ну что, какие слова незнакомые, а я смотрю и такая... Хм. Ну, как бы вам сказать, ну, много незнакомых. То есть там, по-моему, половина мне была незнакомых, а их надо было, ну, просто описать, да, и ну, примерно рассказать, что, что они означают. Я такая, я не дам точных определений минимум наполовину, сразу. То есть и некоторые еще я совсем никогда не видела и не слышала. Ну, очень-очень много лексики. Проблема другая, что вся эта лексика, она не отрабатывается там прям максимально хорошо. То есть мне не хватает какой-то отработки. Здесь есть такая прекрасная рабочая тетрадь, и она действительно прекрасна чем? Тем, что там отрабатывается все, что проходили в учебнике. То есть то же самое, да, такой же разворот, и там практически та же самая лексика, ну, может быть, чуть-чуть что-то новое, да, и в тех же ситуациях очень-очень-очень все похоже. Ну, это плюс, это плюс, кстати, у них есть это онлайн-воркбук, я в этой книге ничего не пишу, потому что у меня вот здесь вот где есть код доступа. И я э, работаю чисто онлайн по рабочей тетради. Здесь сюда только смотрю, чтобы вот так э, не всегда удобно туда-сюда там скроллить. Э, а так э, очень удобно выполнять. И там можно прям сделать PDF-ку своего прогресса. То есть я э, делаю там извлечь мой прогресс и скидываю преподавателю сразу там э, то, что я выполнила. Там в процентном соотношении за каждое задание. Так, напоминает учебник Options. А, ну вот, я не знаю про такой учебник. Он скорее нравится тем, что упражнение по чтению. Да, да, да. То есть, там, в принципе, это же учебник, в общем и целом-то для подготовки к международным экзаменам. То есть, вот здесь, например, CIE, я готовлюсь к CIE и э, некоторые задания, конечно, похожи на ЕГЭ. Тут кто же спорит, да? Поэтому. FCE там и так далее, вот это вот все похоже. Поэтому, да, учебник можно использовать, но единственное, наверное, я бы брала на уровень ниже, чем заявлено, потому что он действительно более насыщенный, во-первых. Во-вторых, ну, мне кажется, все-таки он слишком сложен. То есть есть вот учебники, например, PREPARE, где можно вместо уровня А2+, например, смело брать B1, особо сильно не ошибетесь, да? А вот есть э, solutions, которые, ну, очень-очень сильные, там либо уровень впритык, либо, может быть, чуть-чуть поменьше. Вот on screen это как раз тот самый случай, когда я бы брала уровень, наоборот, ниже, чем заявлено, потому что он там такой очень-очень насыщенный. Но вот здесь сколько? 8 юнитов. И прохожу я их не последовательно, а немножко в разброс, чисто потому что что там разные виды writing разбираются в разных юнитах. Получается, что один очень нужный мне вид writing был аж в восьмом юните. Но пока я доберусь до этого юнита, считайте, пройдет еще года два. Поэтому я вот так немножко writing иду в разброс. Ну, иногда speaking, посматриваю там разные темы, чтобы это все было. Вот. Поэтому вот такие вот дела. Что еще могу сказать? Упражнения здесь классные, они довольно сложные, ну и что? Замечательные. Замечательные упражнения. Единственное, что мне не нравится, вот этот самый writing, то, что там нет такого, знаете, внятного одного образца работы. Что я хочу показать? Да? Вот, например, разворот writing. Просто, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Да? Вот здесь даются какие-то общие правила. Вот здесь по этому writing значит, что вообще от вас требуется и так далее. Дальше там чего-нибудь надо сопоставить, дальше показать там, что-нибудь проанализировать, потом прочитать и ответить на вопросы, типа, это письмо или имейл, кому мы это пишем. Короче, вопросы для Особо одаренных, <laughs> в общем. Дальше. Надо прочитать модели, ответить на вопросы, эта модель покрывает ли вот этот вопрос, вот этот вопрос и так далее, и так далее. Но сами модели, вот за исключением, наверное, юнита первого, они такие, знаете, учебные. Не в том плане, что тексты какие-то не очень, а в том плане, что нет такого, что вот посмотрите хороший образец, вот типа можете делать вот так, и подчеркнуты какие-нибудь клевые фразы. Тут такого в принципе нет. То есть, если вы хотите давать детям что-нибудь на самостоятельное такое изучение или хотите такие какие-то внятные образцы, а не образцы упражнения, то on screen это вообще не для этого. Например, если брать в handbook, да, ну вот handbook по подготовке к международным экзаменам, да, то там вы находите разные образцы, и там прямо есть оценка. То есть разные образцы на разные оценки. Можно посмотреть. Есть, например, учебники такие, как Эксперт, Комплит, Компакт, вот такие. Там образцы тоже есть. И если мне нужен конкретный образец, да, разные образцы там посмотреть, преподаватель мне предоставляет вот эти учебники. А так вот именно он screen мне не нравится вот этим отсутствием каких-то внятных образцов. Здесь, да, есть список фраз, вот, например, useful language вот здесь есть, это клево, да, то есть можно выбрать, но так, чтобы отдельный внятный образец, мне очень этого не хватает на самом деле. Поэтому у каждого учебника есть свои недостатки. Нет идеального ОМК, просто не существует. Поэтому я могу сказать, что в общем и целом я учебником довольна, но есть, конечно, вот и такие недостатки, которые меня слегка напрягают. Но здесь есть разные такие интересные тексты, я бы сказала, реально интересные. И оттуда можно брать супер-супер коллокации. То есть я вот сажусь выполнять домашку, казалось бы, что там, там, ткни 1A, 2B и так далее. Ну, просто сопоставить. Я читаю текст, я понимаю, что я не могу просто сопоставить. Ну, такая классная коллокация. Это надо забрать. И это надо забрать. А вот это пригодится для ЕГЭ, вот для эссе прям. А вот это идеально. Так, вот это аудирование. Мне тоже, наверное, надо сделать со своими. Ну, в общем, вы поняли. То есть просто так работать по нему не получается. У вас не будет такого. Ну, если вы действительно хотите качественно это пройти, вы не сможете взять просто вот такой один разворот и пройти его за один урок. Если действительно качественно работать с лексикой, ну вообще не получится. Скорее всего, один разворот у вас будет на два урока. Ну, зависит от того, как работать. Поэтому учебник будет года на два, мне кажется, точно. Ну, если часов, конечно, достаточно. То есть, если у вас два-три раза в неделю, на год ну, учебника просто вот, ну, слишком много будет. То есть, его надо растягивать года на два. А так, в общем и целом, учебник мне этот очень-очень нравится. Ну, такой прекрасный, там в конце всякие приложения есть, типа там, ну, grammar reference я уже сказала, такая адекватная. Есть, конечно, страница Клил, но я туда еще не смотрела особо, там есть word list еще из того, что проходим, и там есть такой pronunciation guide, я бы не сказала, что он максимально полезный для меня, по крайней мере. Зато есть American English и British English. Я в очередной раз, заглянув туда, убедилась, что у меня какая-то адская смесь американского и британского. Ну, в общем, надеюсь, меня на экзамене не сильно покарают. Вот так. Ну, а так, в общем и целом, учебник нормальный, мне нравится. Не могу сказать, что он прям идеальный для меня, или идеальный в принципе. Но... В общем и целом нравится. Если что, я готова ответить на вопросы по онскрин и идти дальше к следующему вопросу. Так, ну что, будут вопросики или нет? Я пока попью. Так, пока вопросов нет, поэтому я убираю этот вопросик и, наверное, сейчас пойдем к следующему. Так, можете что-то посоветовать для улучшения лексики и написания С для ЕГЭ? А, ну, я могу так, если самостоятельно, если самостоятельно, а, я могу сказать, что, наверное, чаще пользоваться словарем именно одноязычным, например, dictionary.cambridge.org, если я сейчас не ошиблась в названии. То есть, ну или просто Cambridge Dictionary, загуглите, там сразу вам выдаст ссылку на онлайн-словарь. Там помечаются коллокации. Вот после словарной статьи вы можете выбрать не English English, а English Russian. Тогда у вас будет все еще переведено на русский. И там вот вы будете видеть коллокации, потому что проблема в СС с лексикой, как правило не потому что дети не знают каких-то определенных слов это тоже но и неправильно их сочетают я не говорю про такие например адские сочетания типа make homework вместо do homework я говорю про что-то более высокого уровня вот например плохие примеры вот сразу не приходят на ум хорошие но вот есть например такая колокация unrivaled service да то есть ну несравненный сервис, да. Э, некоторые пишут, например, там не несравненные, а, например, э, какой-нибудь, я не знаю ну, то есть другое совершенно слово, которое вообще не сочетается со словом service. То есть в этом и проблема. Такие сочетания, конечно, отмечаются как лексические ошибки, а словари англоязычные как раз это дают. То есть с чем чаще всего сочетается то или иное слово. Ну и, конечно, побольше читать на английском языке различных статей, ну, в разных источниках. Я и рекомендую англоязычные. То есть вы можете читать там какие-нибудь BBC новости, Guardian или какие-нибудь Вашингтон Пост. Ну, понятно, что это все сложно и для носителей, но все-таки можно постараться. А так вот, попробуйте. Так, что еще? Он скрин. Так, это мы и сказали. Поменяли ли Ким ЕГЭ? Фипи лагает, что аж вылетает. Нет, не поменяли. ЕГЭ остался без изменений. Так, все-таки как правильно задавать вопрос на ЕГЭ во втором задании? What is the membership fee? Возможен ли вопрос how much is the membership fee? Возможен вопрос how much is the membership fee? Возможен. Все принимают. Если вы боитесь, можете использовать свой первый вариант. Если не боитесь, то второй. Спокойно, совершенно спокойно. Этот вопрос принимают без всяких проблем. Так, вот вроде ответила. Тогда идем на второй вопрос. Второй вопрос про устную часть опять. По каким пособиям готовлю слабых учеников к устной части? А, вообще какая стратегия? Сразу скажу, по каким пособиям? Да не по каким. Я не использую пособия для именно обучения говорению. Почему? Потому что устная часть в ЕГЭ, например, ну, довольно шаблонная такая штука. Ну, в принципе, и в ОГЭ тоже. Хотя в ОГЭ там гораздо сложнее, чем в ЕГЭ. Э, ну, на мой взгляд, конечно. Там монолог, а здесь чисто описание, сравнение картинок, визуальная опора всегда проще. Так вот. Что я хочу сказать? То есть, поскольку эта часть шаблонная, там надо просто понимать, что находится на картинках, во-первых, да, уметь назвать эти хотя бы предметы, объекты, да, явления, может быть. Ну, а дальше, если мы говорим о третьем задании, то надо добиться от ученика адекватности, да, понимания, что от него требуется. Не вот это вот дать какие-то шаблоны для механического заучивания, а объяснить, что значит описать картинку, что требуется, что значит да, объяснить, почему я храню э, фотографию, что значит объяснить, почему я решил показать, для чего мы вообще, в принципе, так делаем и так далее. То есть вы объясняете, добиваетесь от ребенка понимания, что происходит, ну и дальше с ним вместе строить монологическое высказывание, примерно так с нуля. Я однажды уже рассказывала о том, как мы это делаем, то есть не говорящих детей практически не бывает. Ну то есть так, чтобы ребенок там к девятому или к одиннадцатому классу был ну абсолютный ноль и ничего не мог сказать по английски но ну, такое на моей памяти ну просто не встречалось. Да, были какие-то нули, но как правило они не говорящие только потому, что они боятся говорить. Поэтому они вам выдают все. Что знают про, по этой ситуации, а вы уже дальше все это организуете в нормальные человеческие предложения: сначала простые, возможно, короткие, потом чуть-чуть э, их расширяете, потом делаете их сложно сочиненными и сложно подчиненными. И потом постепенно да, делаете какую-то логическую структуру. И на пятый раз, когда ребенок вам переговаривает, переговаривает, и вот что-то в конце у него получилось более или менее адекватное, вы говорите: вот, собственно, почти так нам и надо делать только с первого раза ну и дальше вы уже тренируетесь сначала вы можете это на русском делать да пусть он напишет, что тут важное что там описать надо на этой картинке потом на английском эти все объекты назовет. Может быть, вспомните вместе какие-то сочетания. Может быть, что-то нужно будет периодически записывать в тетрадь, да, вот так по темам. Ну и опять вперед описывать и описывать. Что касается сравнения, там, понятно, сложнее, но работаем примерно точно так же. Дальше, что касается ОГЭ, здесь задание номер два, но извините, то есть ответить на вопрос «где ты делаешь что-то?» или «когда ты это делаешь?» или «сколько раз в день?» или там «почему ты это делаешь?» Ну, тут как бы справится практически любой, это очень легкое задание на самом деле, поэтому я здесь вообще проблем не вижу, взять формулировку вопроса и встроить туда одно словосочетание своего ответа, ну максимум еще одно предложение, если это вопрос «why?». Тут вообще проблем нет. Что касается монолога, здесь, конечно, немного сложнее, и вам понадобится предварительно проработать какие-то словосочетания по теме, может быть, отдельные фразы, может быть, поговорить об этом на эту тему, да, подсунуть какую-то статью, может быть, послушать что-то, почитать. Поэтому здесь вы сами смотрите, все зависит от того, что вообще, что за ученик, потому что не видя ученика, и просто, знаете, слабый ученик, слабый это кто? То есть это какой слабый. Потому что у меня слабый, слабому рознь. У меня был один Вася, который не бе, не менее, кукареку, и даже предложение английское сказать не мог. Да? У него просто слова и словосочетания. Вот и все, что он знает. Да? А у меня был другой Вася, который нормальными вроде предложениями говорил, но все время куда-то в сторону, что-то где-то вечно повторялся, потом еще что-то. Ну, в общем, такая ерунда получалась. Его надо вот так было дорожечку ему очертить, чтобы он туда пряменько так шел поэтому слабый ученик слабому рознь я бы сказала что Здесь отличается подготовка от, во-первых, ну уровень-то ладно, по боку, от, от тех умений, которые есть у ребенка. Потому что есть дети, которые умеют вообще строить предложение, они это умеют действительно. И если они поймут, что им надо сказать, они смогут сказать это на английском. А есть дети, которые не умеют даже этого. То есть у них нет ни идеи, они не могут свои мысли стройно вот так вот выражать логично. И с ними... Ими надо будет другими вещами заниматься, да. С одними надо языком заниматься и давать им какие-то выражения, а других учить вообще эти предложения строить и объяснять, что, как и почему нельзя сказать вот это предложение за этим, почему это будет нелогично. То есть надо отталкиваться от умений, которые есть у ученика на данном этапе. Ну а потом смотреть, чего ему еще не хватает. Кому-то грамматики, кому-то словарного запаса, кому-то произношения, что его аж непонятно, да, что он там говорит и так далее. Вот. Так, э, как хорошо, так, вроде ответил, поэтому стратегия такая, то есть выяснить сначала, какие умения есть, каких умений нет, после этого вы смотрите, да, чего еще не хватает, развиваете умения, даете, чего не хватает, развиваете умения, даете, чего не хватает, потом периодически пытаетесь забрать это обратно, то, что вы там ему наотдавали, то есть... Э... Вот такая вот стратегия. Если я ответил на вопрос, вы мне как-нибудь сигнализируете. Если нет, задавайте вопросы дополнительно. Так, теперь, как хорошо подготовиться к устному экзамену ОГЭ? Ну а что это такой вопрос, как хорошо подготовиться? Что вы имеете в виду? Я просто не понимаю, как хорошо подготовиться. Готовьтесь, готовьтесь почаще, говорите почаще. Ну и что еще? Что, вот что я просто не понимаю такой вопрос общий. Мне иногда такие задают вопросы: Светлана, расскажите, как вы готовите к ЕГЭ? Ну и как вот мне отвечать на этот вопрос? У меня на эту тему целый курс, потом еще и практикумы. Как готовить к ЕГЭ? Ну вот вопрос просто такой, слишком общий, чтобы я могла на него ответить вот как-то одной фразой или хотя бы каким-то рассказом. Поэтому конкретизируйте, пожалуйста, я постараюсь вам помочь. Так, как правильно выучить слова, чтобы не забывать? Какие советы дать? Как выучить слова? Употреблять их в речи? То есть вы выучили слова. Я могу сразу сказать, что учить отдельные слова не имеет смысла. Ну, если это только не тематические списки, типа животных, да. Но и то я бы животных, я не знаю, как-то организовывала, что ли. Ну, я не знаю, там тигр, если тигр, то опасный тигр, я не знаю, храбрый тигр. Тигр что делает? Рычит. Ну, ну, хотя бы так. Потому что отдельные списки слов ни о чем нам не говорят. Когда нам надо что-то употребить в предложении, мы теряем вот как сказать настоящий друг? Можно ли сказать real friend? Можно ли сказать true friend? Можно ли сказать not artificial friend? Можно ли еще что-нибудь сказать, да? Как будет э, не настоящий друг? Artificial, fickle или not true, как вот? Untrue, not real. Вот так это будет или что? То есть э, мы сразу начинаем теряться и в подборе вот этих слов. А когда вы учите не слова, а именно сочетания, вы их легко встраиваете уже в другие в какие-то там предложения и начинаете ими просто оперировать. Поэтому учите не слова, а сочетания и тут же их используйте в речи. Вот вы выучили что-то такое по теме, и я еще рекомендую да тематически все это учить не то что списки там животных или списки профессий а именно не знаю как вот про профессию да сначала название каких-то профессий потом кто чем занимается как какая профессия помогает и так далее и начинаете я с детства хотел быть тем-то тем-то потому что и пожалуйста чем эта профессия помогает что она дает лично вам я никогда не хотел быть тем-то тем-то потому что и снова какое-то сочетание и так далее и так далее чем больше вы употребляете слова времени, Речи на письме тем лучше, они запоминаются, просто поверьте. Вот. А вот эти карточки или еще что-то это бесполезно. Это в кратковременную память. А когда это слово у вас на языке и на слуху, когда вы его все время встречаете где-то и сами используете, оно у вас запоминается просто навсегда. Ну, почти навсегда. Понятно, что нельзя один раз выучить и потом всю жизнь помнить, но примерно так. Так. Дальше. Как лучше строить план занятия по подготовке к ОГЭ ЕГЭ? Есть ли смысл разбирать аудирование через несколько уроков, переходить к чтению? Или лучше развивать на... разные навыки в рамках урока? А вы скажите, на каком вы этапе, с... кто ваши ученики? То есть... Какая у вас цель вообще? И понятно, что глобальная цель – подготовка, да, получение максимальных баллов. А сейчас какой не за что. А сейчас какая цель конкретно? То есть, вы идете по формату, ваша задача освоить формат, или ваша задача освоить, ну, то есть, заниматься повышением уровня да, владения языком или развитие каких-то определенных умений. Вы скажите, какая у вас цель, а я отвечу на ваш вопрос, потому что от вашего ответа, от наиболее подробного описания ситуации, будет зависеть мой ответ. Потому что я тоже так не могу, потому что в одной ситуации это будет так, в другой ситуации это будет иначе. Опять же, я всегда отталкиваюсь от конкретных учеников, их конкретных ситуаций. И у меня не бывает никогда так, что вот с этими учениками и со всеми вообще своими учениками я иду по одному и тому же плану, по одним и тем же, там я не знаю по особием. То есть у меня такого в принципе нет. Поэтому все будет зависеть от вашего ответа. Если освоить формат на данный момент, тогда можете идти спокойно последовательно. То есть разбираете аудирование, потом закрепляете аудирование. Да, то есть вы сначала разобрали по одному заданию, дали им сделать, на следующий урок повторите, закрепите результат, чтобы до них примерно да, дошло. Потом также разбираете чтение и так далее. И так далее. Вот все последовательно разобрали. Потом вы будете периодически возвращаться и формат будет укореняться. Почему именно так? Потому что я могу сразу сказать, с одного раза с одного касания формат не запомнится. Я говорю вам, как тот самый студент, до которого как до жирафа. Сколько я осваивала формат говорения в СИИ, вы даже себе представить не можете. Я периодически просто забывала, что там в говорении. Если письменную часть я освоила хорошо, то говорение, например, мне просто не давалось. Я забывала, что в третьей части, что в четвертой, где мы там с партнером, где мы без партнера. Короче, это был просто ад. И было это потому, что договорения просто тупо не доходили. Ну, то есть как бы редко это все было. Поэтому я говорю, надо периодически к этому всему возвращаться. Вот так. Так что сделайте сначала все по порядку, а потом уже там по вашим целям. Так. Говорить ли ученикам, что первый год готовлю к ГИК или врать? Две стороны у разных ответов увы. Я сразу хочу сказать, что я бы сказала первый. Я бы не стала врать, потому что правда вскроется в любом случае. Но вот смотрите, если вас спросят и вы скажете нет, не первый, тогда спросят, а какие баллы были у ваших учеников, а какие пособия вы использовали, а покажите, пожалуйста, там какие-нибудь отзывы. Я не знаю, могу ли я там поговорить с вашими там предыдущими, кто на Насколько сдал и так далее. То есть вы сразу начнете теряться. Если вы начнете что-то придумывать, это будет очень видно сразу. Потому что если вы и так работаете первый год, вашу неуверенность, как правило, видно за километр. Но ну, редко кто приходит и готовит к, к какому-то незнакомому экзамену, в первый год абсолютно уверенно, с полным пониманием, что я делаю и зачем. Нет, конечно, всем очень страшно, поэтому э, это будет видно. То есть я бы честно сказала, да, первый год. То есть вы готовы к тому, что я, может быть, сделаю что-то не так, да, и, ну, то есть не максимально эффективно. Не то, что я вам дам неверную информацию, это невозможно, да, а сделаю что-то не максимально эффективно, да, это будет, возможно, больно, долго и так далее. То есть если вы готовы, ну, пожалуйста, да. А так я бы врать точно не стала. Смотрите, вы, главные родители, предупредите, что э, проблема-то не в том, что вы ничего не знаете про этот самый ЕГЭ или ОГЭ. Нет, вы знаете, потому что вы читаете официальную информацию, вы все время вертитесь в этой среде, где общаются коллеги, э, которые готовят к ОГЭ и ЕГЭ давным-давно. Вы проходите какое-то обучение по ОГЭ и ЕГЭ, то есть, ну, и все. То есть вы этим занимаетесь. Просто на практике это происходит вот действительно первый год у вас еще никто не выпускался, да, и не сдавал эти экзамены. Вот это действительно первый год, и родители уже сами определят, хотят ли они этого или не хотят. Как правило, если это ученики ваши старенькие, то есть те, которых вы учили английскому довольно давно, ну, например, там седьмого класса взяли и вот они к девятому КГ подошли, или там в девятом, десятом классе вот они занимались, а в одиннадцатом таки, оп, я хочу ЕГЭ, да. Даже пусть это будет один год ваши ученики скорее всего от вас не уйдут, они скажут да, мы готовы и так далее. И если это ваши ученики и вы действительно занимались с ними английским, а они просто там какие-то пожары, да, тушили, закрывали пробелы в домашке школьной, то у них скорее всего не будет особых проблем с языком, да, вы их то, чему научили, втискиваете просто в формат, вот и все. Поэтому здесь небольшая проблема. Но я бы не стала начинать сотрудничество с какого-то такого вранья, потому что это рано или поздно вскроется. Ваша главная задача сейчас просто быть максимально на чеку и отслеживать все, что касается ЕГЭ. Если э, что-то кажется вам непонятным там, и так далее, вы просто идете и узнаете. Изучаете все, что есть. Не ведетесь ни на какие там, а, тетя Песя сказала, что вот сегодня критерии поменялись. Нет. Значит, ваши главные документы это демоверсия полностью, не только сама демо письменная, устная, а спецификация кодификатор. И можете пока старые методические рекомендации рекомендации почитать, но я думаю, что они не изменятся, поскольку ЕГЭ сам не изменился. Что касается ОГЭ, то же самое. То есть смотрите обновленную демо-версию и пока старенькие методические рекомендации и отслеживаете их в группе. Ну, они появятся в феврале-марте. Вот такой вер... вот такой вот все. Поэтому просто скажите, да, я в теме, да, я понимаю, о чем, что я делаю, но это действительно мой первый год. Готовы? Работаем. Не готовы? Я вас понимаю. Да, тяжело, когда неопытный, если вам особенно нужны там максимально высокие баллы, и вроде как ребенок может, имеет потенциал. Ну да, лучше для верности, наверное, и сменить преподавателя. Ну, я бы не стала обижаться, потому что я понимаю, что если на кону бюджет, да, где-то там и это прямо вот единственная возможность для ребенка получать образование ну да я бы отпустила с миром и не обижалась в свой первый год ну а если ребенку там и, и так понятно что высокие баллы не светят и он не будет поступать там в какие-то топовые вузы и готов получить там вместо 80 баллов 70 ну да можно работать и пытаться сделать максимум на что способны зато после первого года у вас уже будет Будет второй год, то есть у вас уже будет какой-то опыт, поэтому, ну, я бы не стала начинать сотрудничество с вранья вот так, а, а так, да, понятно, что некоторые могут уйти. А напишите, пожалуйста, какие у вас были сомнения по этому поводу, почему задумались о том, чтобы соврать, если это не секрет, конечно, вот. Так, по поводу того, демоверсия 21 на сайте ФИПИ финальная или ожидаются изменения. Когда публикуют демо-версию, не проект, а демо-версию, она, как правило, принимается без изменений. То есть, если это демо-версия, то 99,9% вероятности, что демо-версию принимают в том виде, в котором оно напечатано. Поэтому вот так. А если это проект, это просто какие-то мечты, желания, это может вообще не утвердиться, может вообще исчезнуть навсегда, кануть в лету, что называется. Если вы помните, да, были проекты по ЕГЭ база профиль, была эта перспективная модель ОГЭ в каком, в прошлом или позапрошлом году, которую так и не приняли, ну так два элемента там внедрили и все а версию как правило, утверждают абсолютно без изменений. Поэтому вы можете смело уже готовиться и считать, что это и есть то, что будет у нас в 2021 году. Вот так. Так. Подожду ваших вопросов и комментариев. Так, не хочется, чтобы ученики уходили, хочу со всеми работать по максимуму. Ну, смотрите, всех вы точно не потеряете. Вот напишите, пожалуйста, сколько у вас учеников, можете не полную там, ну, то есть хотя бы примерное количество учеников, и из них сколько будет или хотя бы собирается сдавать ОГЭ и ЕГЭ. Потому что если у вас один-два ученика, то да, вероятность, что оба уйдут, ну, достаточно велика. Особенно если я, как уже сказала, да, у них там на кону очень многое. То есть, если там ребенок реально очень ну, такой способный и может набрать 90 плюс, то есть потенциально, потому что и уровень есть, да, и способности он прям готов пахать, тогда, возможно, родители просто не захотят рисковать, а захотят нанять опытного репетитора. Но если если там, знаете, нам нам лишь бы порог пройти, тогда родители, скорее всего, вообще без проблем согласятся на эксперименты и так далее. Вот, так, именно шесть новые все на экзамены. Ну, если они все шесть новые все на экзамене, вы знаете, я все равно бы сказала честно, вот просто сказала честно. Потому что, ну как, вот к вам приходит ученик, да, они говорят, мы хотим сдавать ОГЭ и хотим сдавать ЕГЭ. И вы говорите, да, да, я готовлю, готовлю. И тут они все разом спрашивают, а вы готовите вообще первый год или не первый? И вы что скажете? Не первый? Ну вот опять же, ну не знаю. Здесь вам решать в любом случае. То есть я не говорю, что ложь это абсолютно аморально. Да? То есть все лгут по разным причинам. Но в вашем случае, понимаете, если ребенок сдаст не на те баллы, они скажут, а мы вам доверились, а вы же говорили, что вот вы вроде как опытный, и ваши ученики насколько-то там уже сдавали, вы же скажете, но ну, если вы опытный, значит у вас сдавали, и значит значит, вы назовете какие-то баллы. Если они высокие, то родители понадеялись, а если низкие, то родители также могут отказаться и сказать, ой, нет, у нас это не устраивает, нам надо, чтобы все сотники были там. Ну, нет, я утрирую, конечно. Поэтому, не знаю, я бы абсолютно честно сказала, да, первый год. Я готова пахать, я знаю действительно про ОГЭ, и ЕГЭ много, да, я смотрю официальные источники. Вот я здесь училась. Если у вас есть сертификаты, подтверждающие, что вы где-то учились, вообще супер, да. Ну, то есть показывайте, говорите, да, я в теме. Просто практический опыт будет первый раз. Готовы? Готовы. Скорее всего, ну может кто-то уйти. Я не говорю, что обязательно кто-то уйдет, но такая вероятность существует. Но так, что уйдут все, это вряд ли. Они к вам как попали? Если по сарафанному радио, значит, вас порекомендовали их какие-то знакомые, да, как хорошего преподавателя. Поэтому так вот просто взять и все, чтобы ученики, все шесть учеников ушли, такого не случится. Вот. Ну и посмотрите по уровню, потому что если ученики такие, ну, Типа, типа моих учеников, то там разницы нет, 50 или 60 баллов на поступление на бюджет, например, абсолютно не хватит в любом случае, да, ну и в какие-то топовые вузы пройти, поэтому здесь какая разница, первый год, не первый, результат все равно будет не вау, да, для этих детей-то это понятно вау, но на общем фоне каких-то там звездных детей это не будет вау, поэтому какая разница, можно хоть с преподавателем, который первый год готовит, кто не первый, но я вот что хочу сейчас сказать преподаватели, которые готовят первый год, не значит априори плохо подготовят. Вот эту мысль я хочу, чтобы все сейчас услышали. А те, кто готовят давно, не подготовят априори на высокие баллы, потому что еще раз, да, баллы зависят в основном от самого ученика. Понятно, что это и уровень, и умения, и знания конкретного формата, и соблюдение разных требований, и умение укладывать во время. И много разных других умений, экзаменационных умений, вот таких вот метаумений, да, которые влияют на результат. Позавтракал, не позавтракал, выспался, не выспался, нервничал, не нервничал там в процессе, да, вдруг у него там металлоискатель пищал, и его заставили там ремень снять, я не знаю, еще что-то. Стресс, понимаете, стресс просто. И всякое могло случиться, не знаю, поднялась температура на экзамене, а он решил не заканчивать, а продолжать. Ну, всякое бывает, поэтому не может только преподаватель не ответственность и если преподаватель опытный да это абсолютно не значит что там всегда высокие баллы а если преподаватель не опытный это не значит что первый же год работы нельзя получить 90 плюс можно и когда у нас преподаватели вот писали отзывы да не отзывы, а результаты своих учеников в этом учебном году. Там писали, вау, я готовлю первый год, 82 балла, просто огонь, там супер и так далее. Мы не ожидали, там мы ждали там максимум 65, вот пожалуйста. То есть здесь очень многое зависит от ученика и от его исходных данных, да, от того, сколько времени есть на подготовку и так далее. Ну, много факторов. Поэтому не надо думать, что если вы будете готовить первый год, значит ваши точно сдадут плохо. Я уже миллион раз говорила везде, что я гарантии вообще не даю, и когда ко мне приходят, говорят, ну вы же нас подготовите на 90+, плюс? я говорю, нет, а после тестирования я иногда говорю, да вообще вам не светит ни с кем. И мне говорят, ну как же, вы же такой человек, вас уже везде знают, Э, нет, подождите, а при чем тут я? Тут, вообще-то, я с ребенком и работаю, и ребенок пойдет сдавать. Если вот я бы пошла сдавать за вашего ребенка, 90 плюс у вас бы точно было. А так, извините. То есть э, не от преподавателя все это зависит, понимаете? Вот э, когда меня спрашивают: да, на сколько баллов сдают ваши ученики, я говорю: вам полный разброс, вот эту вот всю амплитуду, да? Да, я говорю: хорошо, от 32 до 97. Лицо родителей, вот, вот в этот момент лица родителей надо просто видеть и снимать на фотографии просто, да, понимаете? В смысле от 32? Я говорю, в абсолютно прямом смысле. То есть 32 балла получали ваши ученики? Я говорю, да, и такие были вопросики, ну а там дальше общаемся. И я объясняю, что ну, не от меня зависит результат, понимаете? То есть если там ну, по нулям, а я что могу сделать? Я могу выжать из этого конкретного ребенка максимум, на который он способен. Но и из Васеньки А0 я не сделаю 90+, плюс, ну, но никогда. И даже за два года я не сделаю 90+. плюс. Даже если Васенька будет пахать, потому что с алфавитом, извините, за два года тут не сделаешь 90. Вот так. Поэтому не теряйте веру в себя, не опускайте руки, скажите родителям, как есть, но это я бы так сделала, я могу только советовать, а мой совет вы уже принимаете, не принимаете, это не значит, что если это говорю я, значит, меня обязательно нужно слушать, просто я говорю, как я бы сделала. Ну и дальше посмотрите, что получится. Мне почему-то кажется, что если они пришли по сарафанному радио, у вас останется ну, максим, минимум да, 5 человек. Я, конечно, не могу предсказывать, но мне так кажется. Вот так. Так, не за что. И, так, Светлана, есть ли информация по поводу обязательного экзамена? По поводу обязательного экзамена смотрите, пожалуйста, в группе закрепленный пост. Вот там написано все. Я специально в группе публикую все новости. В общем, очень кратко. Обязательным ЕГЭ по английскому и ОГЭ по английскому не будет. Все. Так, стоит ли готовить детей посильнее по Тарновской, Караваевой? Какие отзывы по этому пособию? Вообще, без понятия, я не знаю такого пособия и ничего не могу сказать абсолютно. То есть это не ко мне про это пособие. Не встречала, не сталкивалась, даже не слышала. Вот, не работала тем более. Вот такие вот дела. А, ну что, есть ли у вас еще вопросы? Я вроде на все пока ответила. Так, здравствуйте, можно ли сказать? Можно, говорите, мы все внимание. Так, какие электронные приложения есть к учебнику OnScreen? Э -э там для Windows есть какая-то штука. Я забыла, как она называется, но что-то вроде электронной учебной среды. Если кто в теме, напишите, пожалуйста, как это называется. Но это прям приложение такое есть, его надо устанавливать на компьютер, но это только для Windows. Я так подозреваю, что у всех Windows, вот, большинство, по крайней мере. Поэтому вот там такое есть. Но поскольку у меня не Windows, я так и не смогла воспользоваться. Я видела только краткое видео, и могу сказать, что это что-то прикольное. Но не не знаю никаких подробностей, поэтому вот это есть. По поводу Headway вообще понятия не имею. Я как-то делала трансляцию по УМК, по которым я вообще за свою жизнь работала, да, и там очень ограниченный такой разброс ОМК, поэтому я про большинство ОМК вообще ничего не знаю. И меня бесполезно спрашивать про разные ОМК. Вот вообще бесполезно. То есть вы можете просто посмотреть ту трансляцию и понять, какие ОМК вообще я хоть как-то видела в глаза. Хедвей не видела, так же, как и большинство ОМК. Так, готовлю по Тарновской в А, это МГИМОшное издание, все, поняла. Я с этими не работаю. Вот. Вот такие вот дела. Так, если кто знает, как называется вот это электронное приложение для on-screen, скажите, пожалуйста. Так, может здесь сзади есть? Ну нет, тут, по-моему, не то, такого нет. А digital support, может быть, вот это? Не знаю, как-то оно в видео на русском называлось, и я просто забыла. Ну, поскольку видите, не работаю, не знаю. Так, ну что, я вижу, что вопросов пока нет. Поэтому э, сейчас поговорим немножко на ту тему, на которую я хотела поговорить, и будем с вами заканчивать. Э, потому что на эту тему очень-очень хотелось поговорить. Э, дело в том, что постоянно, знаете, у нас есть противники ОГ, противники там, ЕГЭ и так далее. Да, ЕГЭ тупляет, фу-фу-фу, критерии. Дальше следуют нехорошие не слова, да, иди идиоматические, местные идиоматические выражения. Ну и, в общем, все ужасно. Но на самом деле я сейчас кое-что про критерии скажу. Мое мнение, скорее всего, с вашим не совпадет, но я хотя бы его выражу вот так публично. Потому что под каждым таким комментарием я высказываться просто устану. Так, какую новую литературу будете использовать в этом году? Э, никакую. В этом году, скорее всего, будет все старое. Но я вам еще не показала то, что у меня есть. Буду периодически в трансляциях показывать. Вот так. Так, что посоветовать для улучшения говорения по ЕГЭ? Э, ну, возьмите вот эту штуку. Effective Speaking Forward. И там советы, там много чего есть. Поэтому Forward, Effective Speaking, 10-11 класс. Берете. Так, э, дальше. Продолжаете работать оффлайн в вашей школе? Нет, у меня давно уже нет моей школы. И оффлайн я не работаю тоже давно. Э, в Инстаграме у меня эфир есть на эту тему. Он сохранен. Кстати, последний. Можете зайти посмотреть. Так что нет, оффлайн я уже не работаю. Так, э, вот, вот оно. IWB Software для On-Screen. Спасибо огромное. Все. Теперь, теперь все знают, что это такое. Вот так. Ну что, давайте про критерии быстренько и будем расходиться. Почему я решила поговорить про критерии? Потому что, если честно, меня слегка потрясывает от э, таких мнений, когда пишут что-то вроде. Э, да, как вообще можно делать так, что если за РКЗ ноль? то все остальное, вся остальная работа оценивается на ноль, бесчеловечно. Наши дети старались, они писали, а у них уровень вау. И вообще сильных детей валят, а слабые дети тут, короче, и получают высокие баллы. Да вообще офигели, да надо тут все менять, ну и так далее, и так далее. Кто слышал такие мнения, поставьте, пожалуйста, я не знаю, плюсики или смайлики. Можете просто плюсики, а можете смайлики. Если смайлик смеется, значит вы... Не поддерживайте. Если смайлик злой какой-нибудь, да, то поддерживайте вот такие вот э, мнения, что э, э, за РКЗ если ноль, так делать вообще нельзя. То есть надо все равно оценивать э, там работы по остальным критериям. Напишите, пожалуйста, что вы думаете, потому что я чаще встречаю как раз именно это. Если за РКЗ ноль, работу все равно надо проверять. Вот это мнение почему-то звучит намного чаще, и я с этим абсолютно не согласна, вообще никак не согласна и сейчас хочу объяснить почему я не согласна надеюсь что это такой ответ на вопрос прояснит мою позицию раз и навсегда значит почему я вообще решила я решила поговорить об этом давно на самом деле но как-то все не приходилось находились какие-то более важные темы а тут знаете Недавно просто, ну как сказать, не то что общалась, да, это не я общалась, а натолкнулась на диалог двух людей, которые обсуждали работу чиновников. Ну что-то там у них то ли же, то ли еще какая-то ерунда была. И вот они говорили, что вот писала там письмо, короче, на имя там председателя кто там у них есть или управляющего и так далее, прислали мне какую-то отписку. Я им задаю конкретный вопрос, они мне на вопрос не отвечают, а присылают ссылку на закон, на который я и так уже дала ссылку в своем же, блин, обращении. Я услышала, значит, ну я ситуация довольно типичная <laughs> такая, потому что да, я тоже в свое время очень часто общалась с разными инстанциями, ну и собственно мне приходилось получать такие отписки, особенно юридические, если это отписки. А, но что мне сразу пришло в голову, мне сразу вспомнилось эссе. Почему эссе? Ну, потому что эссе у нас, как правило, дается на одну тему, например, я не знаю, «Sports unites people». А дети пишут иногда, типа, спорт это хорошо, он укрепляет мускулы и вообще снимает стресс, и от спорта там и волосы лучше растут, и зубы, и ногти, и в общем спорт это панацея от всего. И вот когда я читаю такие эссе, я думаю, Uh, где здесь объединяет? То есть, эссе написано на абсолютно другую тему. А чем же это эссе принципиально отличается от эссе того самого чиновника, который писал эту самую отписку? Ну по теме же написал. Ну, коллеги, ну по теме же. Ну а что, я, я не права, что ли? Нормально все это сделал. Вот. Поэтому что мы так э, удивляемся или что мы так возмущаемся действием других людей, когда наши собственные дети не могут вообще понять. Понять, по какой теме надо писать. То есть, они, получается, тему не прочитали и не вникли. То есть, так получается: увидели спорт, все, глаза затмили и так далее точно так же, как этот представитель, увидел там какое-нибудь слово, сделал там Google, да, посмотрел, нашел статью закона, прилепил, а дальше не читал, не вникал и так далее. Но, видимо, это так же и происходит. Но в этом случае мы возмущаемся, а когда наши прекрасные дети пишут нам какую-нибудь прекрасную, не менее прекрасную фигню, мы говорим, э, они старались, но он же тоже старался. Но по-любому он еще открывал Google или подошел взял книжечку из шкафа нашел эту самую статью письмо написал он старался почему собственно нам не нравится поэтому я могу так сказать это знаете иногда напоминает диалог да, глухого там с немым потому что если мы не можем донести мысль если мы отвечаем абсолютно на непоставленный вопрос да, а на какой то другой придуманный нами в своей же голове рожденный там непонятно какими фантазиями то диалог, то кому коммуникация не состоялась. Так почему же мы считаем, что эссе — это вообще ни разу не диалог? И тут можно и не по теме писать, и да плевать на коммуникацию. Главное, что у нас unrivaled service, и у нас have a lot on my plate, и у нас еще какие-нибудь там слова и выражения высокого уровня. А вы видели, что у меня там третий conditional и passive и complex, object, и complex subject? Вы это видели? А я не просто писал but и also. У меня там however, nevertheless и, не знаю, is considered to be. Вот, вот, вот как это вообще можно не оценить? Что по теме? Ну, он старался. <laughs> ну, то есть вы меня поняли, я надеюсь, да? Поэтому, знаете, тут э, палка о двух концах. Да, с одной стороны, когда твой ребенок, казалось бы, выращенный, вот просто, понимаете, любовно поливаемый, да, причесываемый, окучиваемый, и вдруг с таким языком пишет на ноль, хочется просто, ну, не знаю, прополоть сразу. Но, еще раз, если товарищ не понял, о чем писать, либо э, просто ушел от темы, потому что так старался перефразировать, что аж ушел от темы и абсолютно не о том написал. Но это же справедливое наказание. Конечно, то есть ты не смог вообще донести свою мысль. Какая разница, какими красивыми словами ты это говорил? Но ты мысль не донес, ты не смог объяснить людям свою мысль. Какая разница дальше-то, что было? Это могли быть какие-нибудь, я не знаю, такие велеречивые там высказывания, но это не имеет никакого значения. Люди тебя не поняли собственно, и все на этом, да? Ты можешь быть C2 в немецком, но если ты пытаешься говорить на немецком с китайцами, извини, твой уровень вообще не имеет никакого значения, тебе нужно вот, вот просто донести. И это я и объясняю детям в первую очередь, это я и объясняю преподавателям всегда в первую очередь на курсах, потому что коммуникативная задача наша все. Если мы не смогли донести мысль, какая разница, что там дальше было. И поэтому я считаю, что да, если ребенок не может адекватно э, э, ну, донести свою мысль на поставленную тему, да, если он никак не может это сделать, ну извините, значит, ребенок не достигает этого самого уровня. Не потому, что у него по языку нет уровня B2, а значит, у него не сформированы нужные умения, которые как раз и проверяются на ЕГЭ. Если вы заглядывали в кодификатор да, и спецификацию, то вы наверняка видели, что ЕГЭ это вообще-то не чисто проверка языка. Да? Знает ли ребенок конкретные слова и выражения высокого уровня или нет? Там вообще-то другие умения проверяются. И там есть целый списочек этих прекрасных умений. Поэтому здесь не только в языке дело. То есть экзамен, это, ЕГЭ это вообще экзамен для поступления. И если ребенок не может выразить свою мысль, ну простите, тут уже какие-то проблемы начинаются, да, то есть де здесь дело не в языке, а здесь дело в умениях. Если ребенок видит спорт United People, вы его спрашиваете, Те, вот переведи хотя бы, ну ладно, да, переведи. Спорт объединяет людей. О чем надо писать? Ну, о спорте. И все? И все о спорте? Ну, об объединении? Ну а что об объединении? Вот то, что ты написал, спорт там развивает мускулы, там выносливость, это вот каким образом относится к объединению? Ну так вот об этом надо писать. Зачеркивай, переделывай. То есть надо добиваться в первую очередь выполнения коммуникативной задачи. Поэтому да, правильно, что существует такой порог. Не прошел, написал не по теме, значит фигня эссе. И неважно какой язык. А то некоторые, я вижу, да, пытаются там, ой, какой бедненький язык, фу-фу-фу, за это вообще, как вы вообще ЕГЭ, эссе еще пишете. С таким-то языком. Однако эссе, написанное вот так вот бедненько, но чистенько, получит, скорее всего, да, может быть, минимальные баллы по лексике, может быть, там грамматические ошибки есть, орфографические, но это эссе будет оценено там на 9-10 баллов. А эссе прекрасного товарища, у которого там чуть ли не С1, но он не может вообще никак написать по теме, потому что, видимо, сияние его звездности, сияние его уровня затмевает все, и в том числе и глаза, да, и он не видит, о чем конкретно нужно писать. Ну, извините, там он получит 0. И вот здесь я считаю, что это абсолютно справедливо, потому что, еще раз, ЕГЭ — это не только про язык, ЕГЭ — это еще про конкретные умения. И если у ребенка эти умения не сформированы, о чем вообще может идти речь? Поэтому я считаю, что это абсолютно справедливо. Напишите мне, пожалуйста, что-нибудь по этому поводу. Я каску, конечно, не взяла, но я думаю, что я, это, если что, тапки отобью. Я, я, сильный человек. Не бойтесь высказывать мнение, которое не совпадает с моим. Я просто выразила свое, а дальше я не собираюсь вас в чем-то убеждать. Я просто захотела высказаться, потому что у меня это просто внутри сидело. Мне очень хотелось это написать, но, как я говорю, да, под каждым таким комментарием не напишешь, а в дискуссию вступать вот так вот, да, пытаться человеку другого убедить или <смотать> смотреть, как этот другой человек пытается убедить меня, но у меня нет столько времени. Поэтому я решила один раз и навсегда высказаться. Ну, насколько навсегда, не знаю, но вот надолго. Ну и потом, в принципе, все. Так что напишите, что вы думаете по этому поводу. Мне интересно ваше мнение, даже если оно отличается от моего и даже если абсолютно противоположное. Так, какой средний уровень у преподавателей, которые готовят к ЕГЭ? Без понятия, я статистику не веду, тем более я не тестирую преподавателей, которые готовят к ЕГЭ. Так что сказать вообще ничего не могу. Увы. Так, пока все согласны. Ну вот. А как же, что за шум, а драки нет? Но спасибо, я ценю, что вы высказываете здесь. Мне действительно приятно, что не я одна так думаю. Но если вдруг кто-то со мной не согласен, я не собираюсь переубеждать. Да, я просто высказалась. И мне интересно, кто думает так же, а кто думает иначе. То есть, это не значит, что если вы думаете иначе, это плохо и вы ничего не понимаете. Нет, это лишь было мое мнение, основанное на определенных пониманиях процессов. Вот и все. Uh, спасибо. Так, почему в курсе школьной программы формирование умений не предусмотрено? Как это не предусмотрено? Здравствуйте, приехали. Uh, значит, так, у нас есть ВГОС. Uh, и в, по ВГОСу... Я сразу говорю, все, что я помню по ВГОСу, это было еще первое поколение ВГОСа, потому что из школы я ушла тогда, когда второе поколение только в началку пришло. Поэтому я вот так вот, примерненько, да, те, кто знаком со ВГОС хорошо, пожалуйста, не ругайтесь, не кидайте тапки, я от него уже очень далека. Так вот, по ВГОС, это федеральные государственные эти образовательные стандарты, там как раз развитие умений очень даже прописано по ВГОС, там прописано, какие умения должны быть у у ребенка к концу такого-то года обучения к концу такого-то и так далее там все прекрасно прописано а УМК по которым ведется преподавание в школах как раз должны формировать и преподаватели с помощью уроков и должны формировать эти умения понимаете как это не это не предусмотрено еще как предусмотрено более чем во, Анастасия, спасибо, что вы пришли. Анастасия, мне кажется, знает все про эти ГОС, про предусмотренные вот эти программы и все. Поэтому там более чем предусмотрено. Любой УМК в любом случае направлен на формирование определенных умений своими там упражнениями и так далее. А преподаватель это все притворяет в жизнь. Понятно, что если мы берем нормальную УМК, да даже если не очень нормальный, да, и делаем только там чтение в слух плюс перевод чтение вслух плюс перевод понятно что другие умения развиваться не будут но вообще-то это все предусмотрено а уж если преподаватель какой-то один конкретный это не делает но ну, это вот частный случай а в общем и целом очень даже предусмотрено и программами и стандартами и самими УМК все там есть так что не переживайте в ГОС и реальная школа две большие разницы. Ну, это понятно, тут я уже спорить не буду, потому что как человек, проработавший в школе практически 10 лет, там без малого, да, да, я знаю, что в ГОС и реальная школа это разные вещи, но умение в любом случае формирует преподаватель. Да? То есть э, если преподаватель хотя бы правильно использует ОМК и не пренебрегает разными типами заданий, то умения в любом случае формируются. Да, где-то медленнее, да, где-то ну, хуже, лучше, но в любом случае они формируются. Вот. Вот таким образом. Так, э, трансляция на YouTube. Э, нет, не зависла. Так, сейчас будет сообщение. Может быть, вам надо пере что-то перезагрузить или переходите вконтакте сейчас будет сообщение здесь комментарий так э, я занимаюсь э, так угу, понятно так окей youtube починить переходите вконтакте так э, Теперь, я занимаюсь со взрослыми, я занимаюсь со взрослыми только с преподавателями. И конкретно обычно это обучение по формату, чтобы сдать ЕГЭ в МЦКО, да, или закрыть какие-то отдельные пробелы там по грамматике или еще почему-то. А так я занимаюсь с подростками, исключительно подростки, вот, вот кого я обучаю английскому, кого я готовлю к ЕГЭ. Поэтому со взрослыми нет. У меня со взрослыми не складывается. Я имею в виду чисто обучение английскому. Мотивация не та и так далее. Как правило, взрослым не особо надо. Так. Ну вот, вроде как высказалась. Ну что, тапки в меня особо не кидали что-то <laughs> зря, наверное, готовилась морально, физически, но ничего страшного. Но, в принципе, мы с вами уже, я уже сказала все, что хотела сказать, поэтому мы можем, в принципе, трансляцию завершать. Раз вопросов особо нет. Я не планировала на два часа выходить, я в этом году себе поставила такую задачу. Не делать трансляции на два часа, потому что я понимаю, что это, во-первых, столько времени у коллег, нет то есть пересматривать трансляции вообще тоже два часа присутствовать уделять мне столько времени ну и чем короче трансляция тем лучше то есть мы можем вот так вопросы брать точечно да и разбирать потихонечку чтобы не было такого что и все и вся и еще на два часа или на три часа как у меня тоже бывало поэтому мы будем вот так встречаться наверное в следующий раз мы будем разбирать один из одной из пособий которые у меня еще есть а я вам за было показать, да, потому что это уже тогда было актуально. Ну и мы продолжим с вами потихонечку разбирать работы моих учеников. Помните, да, как там говорение, письмо, эссе, вот так потихонечку тоже можно разбирать. Потому что я, мне, коллеги меня спрашивают, да, будет ли такая работа еще? Потому что очень-очень понравилось, и я понимаю, что, наверное, стоит выходить периодически в эфиры и делать так. Ну, наверное, мы в месяц максимум две работы так разбираем. Вот, потому что я буду чередовать разборы, там разные ОМК-обзоры, ну и там ответы на ваши вопросы, ну или какие-то другие темы, потому что коллеги мне периодически задают вопросы, а я ну, отвечать либо долго, да, либо я понимаю, что вопросы интересуют очень многих. Поэтому я в таком случае буду выходить в трансляции. Вот, спасибо огромное за ваши комментарии. Мне очень приятно. И да, еще второй раз. Я уже в начале сказала краткое сообщение: кто спрашивал про курс ОГЭ? Он будет в октябре, анонс будет, скорее всего, в понедельник то есть в понедельник уже все будет доступно. И сам курс начинается с, сейчас, даты, не помню, но примерно 15, 16, 17, вот в этих числах. Поэтому готовьтесь. Если вдруг кто уже очень-очень хотел, а то мне личку завалили везде и uh, в группе, и, uh, саму личку да вконтакте мою, мои личные сообщения и в инстаграме все 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 в общем завалили. Я уже стала отвечать, э, публикую объявление здесь. Курс по УГ уже совсем скоро стартует в понедельник, ждите анонс, все будет, готовьтесь на старт, внимание и почти уже марш. Вот. <с0> Спасибо огромное. Да, я стараюсь легко и просто о сложном. Я люблю упрощать, потому что я считаю, что есть если человек понимает, о чем он вообще говорит, он может простыми словами это донести и сделать вот это легко и просто. Ну, самое главное, понимаете, это не вот, вот эти вот заумные какие-то там слова, да, а понимание сути. И если вы понимаете суть, вы разберетесь и с форматом дальше, и со всем остальным. Поэтому приходите, я надеюсь, что разложу для вас абсолютно все сложное по маленьким, простым, четким полочкам. Хотим ОГЭ, Будет ОГЭ. Короче, в понедельник, я думаю, я выложу уже анонс, и мы можем э, начинать стартовать, готовиться морально, все предвкушать. Вот. Спасибо огромное вам за ваши добрые, теплые слова. Я всегда рада, когда вы приходите на трансляцию онлайн или когда смотрите офлайн и все равно потом оставляете какую-нибудь заметочку о том, что вам было полезно, что было интересно. Мне это всегда приятно. Это греет мою душу. Спасибо огромное. Мне очень-очень приятно, что вы пишете. В общем, я вас благодарю за то, что вы уделили это время мне, за то, что поделились своими мыслями. Это всегда очень ценно за то, что писали вопросы. Я всегда рада что-то разъяснить, да, ответить, поделиться своим опытом. Ну и мы встречаемся с вами традиционно на следующей неделе, в следующую среду. Да, конечно, про обнимашки мы не забыли. Я обнимаю вас своим большим-большим сердцем, <laughs> вот, обязательно с вами, вот, спасибо огромное, что вы были здесь, мы увидимся с вами через неделю, если у вас будут какие-то вопросы, вы готовьте, я обязательно на все отвечу, ну и, может быть, если вопросов не будет, то разберемся в каком-нибудь другом, либо пособие, либо, может быть, работу моих учеников. Спасибо огромное и до встречи в эфире, всем пока-пока, хорошего настроения, продуктивной оставшейся недели недели. Ну и отличных, замечательных выходных в последние, надеюсь, у вас теплые деньки сентября. Ну, спасибо огромное еще раз и пока-пока.